Зеленая тревога. Зеленая тревога. Раз, два, три, стартуем дружно. Мы туда, где снова беда, чтоб этот мир зеленый защитить. Мы команда друзей отважных, столько дел полезных и важных нужно нам сегодня совершить. Вода, ты куда? Ух, ну и жара. 32 градуса. И это в тени. Надеюсь, Лиа понравится мой веер. Лиа, в этот жаркий день... Ой-ой, ай-яй-яй, кажется, Сквики заболел. Что с ним, бедненький? Думаю, Сквики перегрелся на солнце. Вы же полдня провели на улице. Бедный, бедный Сквики. Отдай! Так не жарко, Сквики? Все, корова, теперь нашим растениям никакая жара не страшна. Вот моя новая система полива. Ну а для нас мороженое. Тебе интересно, как это работает? Пошли покажу. С помощью шланга я подключил систему полива к пруду. Там воды хоть отбавляй. Так что пусть поливает без остановки. Ой, ой, ох, кажется, я тоже перегрелся. Возьмите ягоды для Сквики. Ну как, лучше? Я принесу попить. Сквики! Сквики, малыш, как ты? Моя голова! На экран, пожалуйста. Ой-ой-ой, пруд совсем обмелел. Бедные лягушечки. Фермер, что случилось? Система полива почему-то не работает. Что стало с моими бедными растениями без водички? Судя по всему, растения поникли от перелива водой. Фермер, ты очень неэкономно расходовал воду. Поэтому пруд обмелел, и система полива перестала работать. Я думал, водой растения не испортишь. Что же теперь делать? Скаут и Лия, отправляйтесь на ферму. Скаут, ты с помощью моноцикла прокопаешь вдоль грядок небольшие канавы, а Лия разрыхлит почву под растениями. И так уйдет лишняя вода. Совершенно верно. Считай, растения уже в порядке. Отлично! А мы с Лотти пока наполним пруд водой из моря. Но ведь для полива можно использовать только пресную воду. Верно, но морскую воду можно опреснить. Беатрис, расскажи об этом, пожалуйста. Один из самых популярных способов опреснения воды – дистилляция. Когда морская вода нагревается, получается пар. После охлаждения пар снова превращается в воду, но уже пресную. Спасибо, Беатрис! У природы беда! Команда Флоры спешит туда! Сила репейника! Бак, а ты куда? Ты же болеешь! Ну да.
пожалуйста, за баком и Сквики. Это поможет. Я не подведу. Только давай по капельке. Микстура очень горькая. Сила Флоры! Сила Лотоса! Ох, ну и жара! Все работает! С растениями фермера все в порядке. Вода впиталась в почву. Отлично! Мы с Лотти тоже уже закончили с системой опреснения. Ого, и правда пресная! Ладно, ладно. Все лучше лягушкам. Так. Баб, теперь твоя очередь. Кажется, мне уже лучше. Я обойдусь и без микстуры. Бак, ты должен это выпить. Видишь, Сквики помогло. О, нет! Эй, Чайка! Это вообще-то наше! Такой уж цепкий. Эх, я бы точно догнала эту чайку. Считайте переходник у меня. Совсем плохо? Надо еще микстуры. Нет, то есть, да, то есть... Бак, ложись, ты же болеешь. Сила репейника! А микстура? Сила клевера! Лебедка не такая вкусная. Пусть пчелы хотя бы кусаются. Ура! Молодец, Бак! Ты настоящий друг. И герой. Надо вернуть Бака на базу и продолжить лечение. Друзья, извините, но если честно, я здоров. И все выдумал. Просто вы так заботились о Сквики. А? Да, Бак. Надеюсь, больше такого не повторится. Ведь когда тебе на самом деле понадобится помощь, мы можем и не поверить. Обещаю, готов загладить свою вину. Фортуна, прости меня, ты так заботилась, а я... Я подумаю, что можно сделать. Если что, переходник для опреснителя снова у нас. Лягушечки, домой! Водичка появилась. Пора включать мою систему полива. Фермер, я осмотрела систему полива. Она была сделана неправильно. Беатрис, расскажи, пожалуйста, что нужно исправить и к чему может привести неразумный расход воды? Излишнее потребление воды – одна из глобальных экологических проблем, из-за которой пересыхают целые реки и озера. Бороться с ней под силу каждому.
Например, не оставлять включенным кран в раковине во время чистки зубов. И не покупать бездумно новые вещи. Ведь для производства всего одной футболки требуется почти 3000 литров воды. Фермеру рекомендация. Переподключить систему полива к специальному накопительному резервуару, соединенному с водопроводом, и поливать растения не дольше 30 минут в день. Теперь понял. Сделаем! Я готов искупить свою вину. Что нужно сделать? Убраться? Помыть баги? Что? Достаточно будет одной ложечки. Нет!